Мой прадедушка Константин Константинович родился в 1924 году в селе Таловка Тарумовского района. В 17 лет он стал курсантом Грозненского военного пехотного училища. В конце 1942 года училище подняли по тревоге и отправили на фронт, на защиту Кавказа. Прадед с боевыми товарищами в ночное время устанавливали мощные фугасы, противотанковые и противопехотные мины. 15 января 1943 года дедушка получил осколочное ранение в ногу. Его подобрала похоронная команда. Ранение было серьезным, но врачам удалось сохранить ногу. С декабря 1944 года он опять на передовой, уже сапером. В Чехословакии возле города Брно со связкой гранат из укрытия сумел уничтожить вражеский дзот, повторив подвиг Матросова, и был вторично ранен в руку. Руку раздробило от кисти до локтя. В госпитале он встретил долгожданный День Великой Победы. За этот подвиг его наградили Орденом Славы, но награда нашла героя спустя 11 лет после войны. Он награжден еще двумя орденами Отечественной войны, первой и второй степени, медалью Жукова и многими другими. После войны прадед работал ревизором контрольно-ревизионного управления в городе Махачкале. Моего прадеда не стало в 2007 году, но он всегда в нашей памяти. Мы в вечном долгу перед всеми, кто совершил невозможное и отстоял честь и независимость нашей Родины.